Сегодня белорусские мытники отмечают свое профессийное свято. У Гомельским областным музее военной славы с этой нагоды прошла урочистая церемония принесения присяги новыми супрацовниками. У першиню представники мытных органов начали приносить присягу на верность белорусскому народу и державе у 2004 году, после того, как указом президента был затверджен ее текст. С того момента, что год церемония проходит в урочистых обставинах. Сегодня присягу принесли 17 молодых супрацовников. Примал яе начальник гомельской мытни Феликс Яшков. И он пожадал новобранцам профессийных поспехов, творчего подыходу до выполнения службовых обовязков и достойного протягу традиции мытной службы. Молодые супрацовники пообещали с гонором оборонять экономичные интересы краины. Одним из важнейших событий в жизни молодого сотрудника является принесение присяги. Это мероприятие сегодня проходит в день таможенников, в день профессионального праздника. Принесение присяги является служебным ритуалом, который мобилизует наших молодых сотрудников на безупречное выполнение своих должностных обязанностей, а также формирует такие морально-психологические качества, как стойкость, дисциплинированность и ответственность.